Мы должны, мы обязаны, как во всех цивилизованных странах это делается. Турист, пожалуйста, приехал там 3 месяца, потуристил, до свидания. То, что касается, ты будешь находиться здесь и работать, зарабатывать деньги, отправлять себе на родину, себе аул. А что получается? То есть мы, значит, ты приезжаешь бесплатно, а деньги от нас качаешь из нашей страны. Ну, я вообще возмущаюсь. Я считаю, что если ты приезжаешь в столицу, должны еще больше платить. Если там какую-то небольшую там деревню, пожалуйста, заплати там 3000 рублей. В столицу 30-ка – это просто минимум. Потому что действительно они зарабатывают очень хорошие деньги. Но мы эти денег не видим, бюджет наши деньги недополучает. Отсюда у нас и низкое образование, и медицина. Получается, что гастарбайтеры, которые приезжают сюда, они должны работать для блага нашей родины, а не для своей родины.